Жечь сухую траву строго запрещено. Об этом в очередной раз напоминают сотрудники МЧС. На видео, которое попало в распоряжение нашей редакции, деревня в Лежневском районе. Рядом с пастбищем рукотворный пожар. Ситуация, мягко говоря, нередкая. С начала весеннего сезона спасатели зафиксировали более 620 аналогичных случаев. Общая площадь таких пожаров на территории региона около 22 гектаров. Запал сухой травы. Нарушителям грозят штрафы. До 1500 для физических лиц и до 200 тысяч для юридических. Thank you.